Снова здорово, дамы и господа, на связи Роман и канал Freeze & Geese, а мы продолжаем проходить Dark Souls. Почитал я комментарии, значит, оказывается, мне кучу дезинформации накидали, но в этом нет, по большому счету, ничего страшного. Ну, пошли мы в DLC раньше, чем положено. Я думаю, мы это каким-нибудь образом переживем. Ой, а ты откуда вылез, братюшка? Ох, блядь, это он умирает? Я уж испугался, думал, еще один появился. Касательно пещеры, сказали, что я пропустил где-то пещеру. Так как мы... Что? Туда как-то попасть можно? Так как мы находимся недалеко, мы сейчас пойдем... А, нет, подожди, недалеко, далековато мы уже находимся. Не пойдем мы возвращаться смотреть эту пещеру, по крайней мере, пока что. Плохо, везде все закрыто. Через крышу, что ли, заходить? Ух! Бляха, токсина огреб случайно. Так, подожди, а что-то у меня токсин жестко... Ой-ой-ой, а вот это... Нет, бляха, мне нужен другой цветочек. У меня его нету. Блин. Смотри, как медленно заканчиваю это. Он вообще, по-моему, не тратится. У меня ХП тратится, а токсин не особо-то выходит из организма. Поглощение урона от тьмы. Эту дрянь можно взять. Ну, давай, у меня, в принципе, выбора особо нет. Блин. Просто этот токсин реально высосет из меня все здоровье. Опа. Погоди, а почему я вот этого не видел? Так, ты простой, ты не блевастик. Хорошо, это я куда зашел? Ебать! Ушел куда-то. А как мне на крышу-то тут залезть? Ага, ну здесь перепрыгнуть, допустим. А на крышу там никак. Не, ну отсюда туда это глупости. Да не. Во, видишь, я тебе говорю, что на крышу мы не будем туда запрыгивать. Ой, точнее, оттуда не будем прыгать, а надо будет на крышу лезть. Не-не-не-не-не. Нет. Не-не-не, нихуишеньки. И как мне его сейчас оттуда вытащить? Он же просто тупо стоит и в стену плюется. Хорошо. Чуть-чуть рискнул. Ага, прыгать-то мы будем где? Здесь. Блин, это если я сейчас спрыгну, то мне придется потом обратно возвращаться очень долгим путем. Давай мы сначала тут полутаемся. Серьезно? Скотина. Да. Не, я честно думал, что она добежит до края и остановится. Но нет, она щеманула дальше. Как будто ни в чем не бывало. Всем чокнутая ящерица. Хотя жить захочешь и не такое сделаешь. Так, ладушки, это мне обратно сюда. Хорошо.
Дальше. А так подожди, а здесь кроме ящерицы-то ничего нас и не ждет? Нет, я могу туда перепрыгнуть и дальше пойти по домам. Я понял. Ну пойдем тогда мы заберем еще две нычки. Это у нас первая на очереди. Ага. Перья ворона. Что это за хрень? А, это оружие, кстати, если что, на секундочку. Критический. Особый колющий меч. Рубящий колющий. Подожди, а можно я его хотя бы посмотрю, как это выглядит? А. Но это рапира. Еще и с копьями. Не с копьями, а с когтями, извиняюсь. Это рапира с когтями. Ну, ладно, как бы хрен с тобой. Ай, так, ты. Ты пока живи. Хорошо. Пойдем обратно. Так, обратно, по-моему, сюда. А туда мы не могли попасть, потому что здесь ворота закрыты. Ну, кстати, встает вопрос... А каким образом-то я ворота открою? Ну, я спрыгну. Куда там? Где-то рычаг есть с той стороны? Возможно, что там есть рычаг. Блин, ну у нас там что-то вкусненькое лежит. По-любому надо спрыгивать, проверять. Как бы особо без вариантов. И если мы отправимся в храм огня, то надо будет купить то, что снимает с меня токсины. Я забыл, как это называется. Я увижу, когда увижу это, я пойму, что это то, что нам надо. Стоп, не, нет, не сюда. Я вот еще не знаю, пойти по крышам сейчас походить? Или потом? Где эта хуйня? А я не могу спуститься тут. А, нет, могу. Хорошо, ты сдохла? Ты сдохла. Простой самоцвет. Такой у меня уже есть. Угу. Так, ну ладно, пойдем дальше тогда изучать. А к этим... Стой, подожди. А у меня в принципе нет возможности обратно вернуться к пещере, не задействовав костер. Если я задействую костер, то здесь тогда все, кого я убивал, вернутся обратно к жизни. Это будет не есть хорошо. Пока я здесь все не закрою, мы костром пользоваться не будем. Давай мы тогда понизу пока, наверное, пройдемся чутка. Хорош. Офигеть, тут их много. Так, подожди, а вы вообще, пацаны, у вас атака-то какая? Хорош. А он и своих, и чужих валит. Нет? Они разбегаются, они боятся его. Нет. По факту это и я его боюсь. Но он их тоже опиздюливает по чуть-чуть, если что. Ой, это все, это по мою душу. Пиздец. Он просто все удары в меня попал. Просто все. Ай, как мне с этими ниндзями-то не фартит. Ёбана-корёбана. Серьезно, вспомни вот подобных чуваков, которые были... где они там у нас были? В подземельях, в катакомбах, по-моему, как оно там называлось. Точно такая же история была. Они меня раскладывали просто, будьте здрасте. Очень быстро, очень четко.
Я ничего не мог с этим поделать. Что? Хорошо. О, идет. Да, он, смотри, он их мутузит просто-напросто. Так, а здесь где-то блевастик, по-моему. Ну, пусть здесь он и остается пока. Они тоже извергают какую-то хрень. Бляха, как же мне его... Подожди, стой. Все, он меня спалил. Да ёб твою. Ну подожди ты, мудила. Жесткие типы. Кто это? Ненавижу, когда сверху на тебя кто-то спрыгивает, бляха. До свидания. А, ты не упал? Что мерзкий, ну я охерею. Он, по-моему, попытался срыгнуть, у него не получилось, и где-то в горле застряло. Это еще более мерзко. Вы откуда беретесь-то все? Так, допустим, сюда я могу пройти? Нет, значит, где-то тут есть другой проход. Бля, не-не-не-не-не. Это который токсин расплевывает. Слушай, вот я сдох, надо было в храм огня быстренько прыгнуть. За звуки омерзительные. А, это эти мухи. Допустим. С этой стороны не открыть. А, мне туда поверху, скорее всего, на. Подожди, а как мне по крышам? Ай-яй-яй-яй. Нет, на этот дом по крышам мне не запрыгнуть. Что, реально в окно надо? Да не. Погоди секунду. Где угол крыши пониже находится? По-моему, одинаково высоко, что там, что там. А, гениально. Все гениально просто. Темный самоцвет был уже такой. Смола. Так, ладно, почапали тогда... кому? К блевастику? Остается только на крыше идти. Ой, пока не видит, пока не видит, пока не видит. Гениально было, да. Ой, флягу с эстусом мне вернули.
Ну вот вы же лежали, ну чего вы встали? Лежите дальше. Я забрался в этот дом ради ебучего ничего. Да, понятно. Ага. А это кто? Подожди. Кто это висит вверх ногами? Бляха, это еще один ниндзя, что ли? Да ну вас... О, интересная локация. Почему я там не был? Блять, я так и знал. Хотя бы отравление никакое нам не дает. Да, этот ниндзя. Так, подожди, вниз это спускаться. А, не, я там был. Ну его нахер, вниз я не буду спускаться. Я понял, что это за место, мне туда не надо. При всем желании я туда не хочу. А что самое хорошее, это мне реально ведь туда не надо. Так, ладушки. В смысле? Какая нахуй магия? Сейчас не понял. Десять секунд назад они только блевать умели. Сейчас уже кусаются, еще и магию херачат. Серьезно? А я смотрю, они хорошо обучаемые. Так, я могу вниз, я могу наверх. А как мне туда попасть? Да, видимо, наверх надо. Подожди, давай сначала вниз. Кто там? Бляха, 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 бляха. Капюшон рыцаря-раба. Это трое чуваков, которые распыляют токсин в одном месте, в замкнутом пространстве против меня. Вы серьезно? Это не к тому, то, что я прямо герой, а к тому, то, что я мог был бы сдохнуть вообще элементарно. Так, ну это все хуже, конечно же. Где орёт? А, дурачок, ладно. Так, давай обратно. Блин, вот это немножко тоже не периодически раздражает, что если ты куда-то спустился, чтобы потом обратно подняться, то надо кругаля давать. Хотя игра вроде сама говорит, спустись, спустись, сходи, забери. Но нет, все равно кругаля надо давать. Дай бог, он по мне попадет. Так, я сюда. Да не, мне не имеет смысла туда идти. Надо подняться наверх и просто-напросто спрыгнуть. Я так думаю. Вот мост. Вот сюда мне надо спрыгнуть. Да бляха. Золотая монета, етижа, пассатижа. Но есть еще одно место, куда мне хочется сходить. Если честно. Это вот на эту крышу. Во-первых, я могу зайти вот в этот дом. Ну почему? Почему тут ничего нет-то? А, я могу дверь открыть. Это будет как раз-таки сокращенный маршрут наверх. Все хорошо. Услышана моя предъява, замечательно.
кто здесь есть? Самый главный вопрос, кто здесь есть? Кого мне здесь бить предстоит? Потому что это очень важный аспект данной игры. То, кого будет бить. Так, сюда мне не надо определенно. Ну все, я понял, это маршрут, если бы я там перепрыгнул. Хорошо, хорошо. А, так мне и в дом, получается, не надо в этот. Когти ворона. Не, мне получается, в этот дом тоже не надо. Потому что если я спущусь на первый этаж, это там, где будет чувак на кухне стоять, который просил огонь хозяйке показать или что-то типа такого. Ну, я сейчас удостоверюсь в этом. Да, здесь мы проходим, там кухня, не-не-не. Вот она кухня. И вот он здесь стоит. Все, я понял, сюда мне тоже не надо. Блять. Когда ты сюда спуститься-то успел? Так, тогда мне наверх надо. А ниндзя пусть там дальше вниз головой и висит. Дурачок. Опять кто-то... А, ну это тот, который упал. Я и думаю, кто там по мне колдует. Опа, ящерка. Ух ты! Ай-яй-яй-яй, это же этот мудак с кровотечением. Это не тот, который вот ножами кидается. Это просто который спамит без остановки и кровотечение вызывает. Все. Так, подожди, я могу спуститься вниз? Но мне кажется, туда не надо. Прикол в том, то, что это, скорее всего, ловуха-замануха, что ящерка ломанется, ты побежишь за ней, а она тебя приведет вот к этому мудаку. Да, то есть мне вниз туда не надо. Не пойду я туда. Там тем более лестницы нет. Так, ты мертв, ты мертв. Вы все мертвы. Это меня радует. Определенно устраивает. Ага. Душ тут, конечно, до жопы. Прям очень много. Погоди. А, вот смотри, в колодце сидит, прикинь. Прям в колодце, реально сидит в колодце, прячется от меня. Блин, с какой лучшей стороны сюда завалиться? Походу, с какой не заваливайся, в любом случае опиздюлимся, да? А, не, смотри, тут еще как-то... Ебать. Нет, это этот хрен с рапирой. Бля. Я, конечно, могу попробовать прыгнуть прямо на него, но, во-первых, мне это не даст такого колоссального урона, чтобы его убить. Во-вторых, я не хочу с ним встречаться. Прям не то, чтобы вот сейчас пока что не хочу. А я не хочу вообще с ним встречаться. От слова прям... Опа, лесенка. От слова прям вообще не хочу с ним встречаться. Поэтому я туда пока что даже не пойду. Так он меня убьет опять, видишь? Был бы тут костер рядышком, еще ладно. Тут еще сейчас кто-то выпрыгнет. О, я же говорю. Хорошо, хорошо, что я с крыши посмотрел, кто там сидит в колодце. Так, ладно, в колодце точно ничего? Ничего, там только трупешник теперь валяется.
Хорошечно. В этом доме тот мудак сидит. Что же мне с ним делать? Ага, он закрыт. Пираньи заржавели. Допустим. Так, а в этот дом, получается, можно попасть только через крышу. Хуй там. Не, я не пойду к нему. Честно скажу, я пока не готов, я не хочу помирать. Там заново, чтобы это проходить? Нетушки. Дайте мне костер, и тогда я пойду воевать с ним. Ну ёб твою! Я уже забыл про эти деревья. Дерево с подъёбом называется. Монеты эти ваши ржавые, на кой хер вы мне тут нужны? Как мне туда-то попасть? Как-то же туда можно определенно попасть. По веткам. Рубануть мост, спуститься в... Все, я понял. Вот для чего надо было мост-то рубать. Ети же, пассати же. Так, ну ладно. Слушай, локация намного больше, чем я рассчитывал. Я думал, она вот-вот сейчас закончится. А она все разрастается и разрастается. Она вообще не планирует, походу, заканчиваться. Я снова и снова встречаю таких, как ты. Таких, как ты? Все, как я, ты никогда не встречал, понял? Все секреты должны быть раскрыты. Так считают все самопровозглашенные искатели правды. Но сложности выдают в вас слабаков. Вы сами навлекаете на себя страдания. Ебать. Сир Вильгельм. А не пойти-ка ли бы тебе нахуй? Бляха, нифига у него удары просаживают здоровье-то. Нормально вообще просаживает. Охереть! Я ебу. Предупреждал я тебя не лечить. И сколько он так будет лечиться? Блять, блять. Прости меня, гаденыш, бляха. Я принес клятву. Госпожа. Ключ от устройства и ониксовый клинок. Так, подожди, ониксовый клинок. Вера и интеллект нужен. Тьмой бьет. Этот меч одарила своего рыцаря Эльфриде, старшей из сестер соосновательниц Черной Церкви. Это был прощальный подарок, знак того, что служба рыцаря у
Эльфриды окончена. Клинок окутывает черное пламя, сродни тому, что пылает внутри Эльфриды. Все Эльфриды, это же, по-моему, та, которая в церкви сидела, нет? Бляха, я на него все эстусы просрал опять. Кто-то где-то тут есть, я слышу же его. Ладно, пойдем дернем. Ну нихера себе. А если бы я там стоял? Что, меня бы придавило, что ли? Серьезно? Здесь определенно кто-то есть. Это опять она, что ли? Кажется, я чую от тебя запах пепла. И что? Верно о тебе говорил дядюшка Гаэль. Кто такой? Ты покажешь мне пламя. Нет. Ладно. Когда все будет сделано, я смогу вернуться. Благодаря тебе дверь открылась. Ладно. Я продолжу работу над картиной. Я обещала дядюшке Гаэлю. Ладно. Все, я понял. Это мы ей должны были пламя показать. Устройство не поддается. А почему? Так, нет, он тогда наверх поднимает, наверное. Хорошо. В чем прикол? Так, это балкон. Я могу с него... Ай-яй-яй, зачем я это сделал? Я дверь не открыл. Ёбаный ты стыд. А, она двухсторонняя. Так, ладно. Тогда ладно, не страшно. Ну а здесь-то что? Покажи ей пламя. Видала? Ладно, я... Так все, отстань от меня. Дурная женщина, ничего-то ты не понимаешь. Так, есть костер. Следовательно, я могу того мудака пойти побомбить. Я его, конечно, до сих пор боюсь. Но если сдохну, то мне... Не так далеко идти хотя бы. Ой, так он тут не один. Блях, тут и этот мудак, и психованный, и все в одном месте. Ну ладно, психованный, допустим. И дерево там еще где-то пытается. Ой, в замкнутом пространстве будем драться, это очень хреново. Хотя слушай. Блять. Я не могу с ним драться, серьезно, я не могу. То он какой-то сильно резкий, как понос, блять. А как мне теперь души-то забирать? Ну ладно, одного я вытащу, допустим. Так, пошли по-человечески отсюда выйдем. Чтоб дерево зря не агрить. Где тут выход? Сюда. Может быть, заново не появится этот сир Вильгельм. Так, уголек. Thank you.
Ой-ой-ой-ой-ой, серьезно. Блять. Так, а где психованный? А, вот психованный. Так, психованный идет. Допустим. Блин. Так, ну давай, братишка. Да ты подожди. Но я забрал то, что мне надо было забрать в любом случае. Попил. Да ёб твою. Я не могу с ним сражаться, я не могу. Опять же, я нимб забрал, зачем мне его убивать? Короче, я забираю души и съебываю. Не, я не буду с ним сражаться. Да в топку, я на него сейчас просто-напросто все угли потрачу, все время проебу. Не-не-не-не-не, нахер. Он неадекватный какой-то. Я не могу с неадекватными играть. Так. Пойдем, вот мне одного сначала выманить надо. А души у меня что, сильно далеко находятся-то? Блядь. Беги, беги, дурак. Выносливость закончилась. Все, в топку. И этот до сих пор за нами идет. Так, ладно, сваливаем. Охереть не встать. Поехали. В храм огня. Часовня. Зачем мне туда? Туда пока не надо. Не, я не могу с этими петушарами-ниндзями сражаться. На большой открытой местности еще хоть как-то, но в таком замкнутом пространстве, ну, да. Нет. Так, повысить уровень. Ловкость. А, не хватает. Нихера себе. Че так дорого нынче уровень повышать? Восемь тысяч. Немного да, перебор, но ладно. Очень. Так, ловкость. Нет, давай мы, знаешь что? Мы выносливость еще немножко возьмем. Прощай. Да. Выносливость никогда не будет лишней. Вот эти все перекаты безостановочные, это то, что мне как раз необходимо. Нет, я не туда. Я не туда пошел. Погоди, стой. Не туда немного я. Или может эту локацию до конца уже допройти? Не, подожди, давай сначала там проверим. Часовня.
Мы сейчас рубанем мост, спустимся вниз. Судя по всему, там можно по корням пройти вот к этой башне. Посмотрим, что там у нас есть. И еще мне говорили про какую-то пещерку. Так, я могу с тобой поговорить? Ты мне что-нибудь скажешь? Хочу, даже если этому миру суждено истлеть, Ариандель все равно останется нашим домом. Оставь нас, пепел, ты повелеваешь Лондором. И есть те, кому ты должен указать путь. Ну и в рот компот. Оставь нас. Ну ладно, до свидания, все. Больно надо. Так, ну эти молятся, пусть молятся дальше. Они мне не интересны. В смысле? Ага. Хорошо. Ну и по идее это мой спуск. Да? Допустим. И чего у нас здесь? Опа. Комок за... А, нет, это от обморожения. Это меня не интересует. Что? Тут кто-то еще есть? Серьезно? Подожди, а мне куда? А ты-то куда падаешь, дебил, блядь? Вот этот спуск будет очень веселый, судя по всему. Весьма-весьма веселый. Так, ну-ка сделай замах. Ага. Блин, он и так делает шаг вперед. А как же мне тогда там с ними сражаться? Блин. Как мне с ними сражаться, серьезно? Что я там душ немножко потерял, это вообще насрать. 4000 душ, это, ну, как бы, несерьезно. Это не потеря. То, что уголек просрал, вот это да. Подожди, я там знаешь еще что заметил? Надо сейчас сходить проверить одну штукенцию. Вот есть еще один корень. Может, не по нему стоит пойти? Он вроде как пошире. И мудаков здесь нет. Ладно, беру свои слова назад. Мудаки здесь есть. Один. Охереть. Да ты подожди. Ух! Ящерка спрыгнула и убилась. Так, подожди, а кто там по мне? Где вы там? А, ты здесь копьями кидаешься. А с той стороны кто по мне копьем кидался? Какой-то жесткий, опасный тип. Так, подожди, мне сюда как? Допустим. Здесь очень опасно.
Это еще кто? Да бляха. Одно неловкое движение, и просто ты падаешь вниз и начинаешь заново свой поход. Весело, конечно, ничего не скажешь. Так, подожди, мне не сюда надо. Вот и здоровый, конечно. Пипец, он реально здоровый лосяра. Ух! Да лучше бы ты из лука стрелял. Нет, нет, показалось, значит. Так, пошли к костру быстро. О, краб замороженный. Прикольно. Мне здесь, если честно, эта локация не сильно нравится, в том плане, то, что она какая-то для меня тяжеловата, если честно. Я не могу сказать, что это плохо, это хорошо. Да просто я привык к одному уровню сложности, а тут резко пошел другой. И я пока не перестроился, если честно. Ты же оживешь? Оживет, конечно, как мне жить-то, блядь. Это я сюда, наверное, зря, да? Как мне с двумя-то крабами сражаться? Я с одним-то не могу. Ага. Так, давай раз на раз. Иди сюда. А нихера он бронированный. Мне кажется, моя сабелька с огнем ни хера не работает. А ну. Просто месиво из меня сделал, понимаешь? Какой должен быть у меня урон, в смысле дамаг, чтобы не то чтобы адекватно, а чтобы плюс хотя бы плюс-минус комфортно было крабов этих мочить. У них же здоровье просто немерено, огонь на них не работает. Хотя здоровье у них может быть и немерено, у них брони немеренное количество. Здоровье-то у них как и обычно. Но вот защита будет здоров, конечно. Пиздец. Где этот мудак? Хотя зачем я его ищу? Я в любом случае его не смогу убить сейчас. Надо было его еще тогда уделать. Так,
подожди. Я понял тебя. И тебя я прекрасно понимаю. Ебанутое какое-то дерево. А, и все что ли? Я сюда просто вот за этой херней шел, серьезно? Давай хоть посмотрим, что мы за магию подобрали. Леденящая хватка создает облако морозного тумана, ледяное оружие пропитывает оружие морозом. Ага, и так, диск поражает врагов и возвращается к чудотворцу. Я понял тебя. Чудотворец это типа я. Ну ладно. Факту хуета, конечно, полная. Мне оно не то чтобы не подходит совсем, но оно мне совсем не подходит, оно не нужно абсолютно. Отстань. Убись. То есть называется, что я вас убивал, что не убивал, как бы в рот компот, вообще фиолетово. Я же ведь убил одного, а он все равно вылез. То есть, получается, крабов здесь бить не имеет никакого смысла. Единственный смысл, который имеет... единственная причина, точнее, по которой их можно долбить, это, мне кажется, если у тебя огроменный дамаг, это просто ходить и пытаться на них фармить души, наверное. Блях, что-то мне это место какую-то арену напоминает. Что-то мне как тут люлей-то кто-нибудь как даст хорошенько. Не арену, а имеется в виду закрытую такую область, где обычно с боссом сражаются. Блять, еще и волк. Хранитель могилы чемпионов, что? А он волков спамит или... Обморожение прошло, это хорошо. А, так у него уже хп как бы просело так нормальненько. Не, ну он не страшен. Получается, это я нахожусь, если он хранитель могилы чемпионов, то я нахожусь... А вот и волк, за которого я переживал. Ну, куда он тут пропал? Пиздец, он что творит? Где он? Блять! Так, я убил твоего хозяина. Все, пошел нахер. Нет, так не работает система. Что ты делаешь? Бля, он сейчас волков наверняка подзовет. Да, он кусается. Отстань, я лечусь.
А как? От этого одного обморожения сразу умер? Серьезно? Да ну брось, ну это хуета какая-то. Ну как я мог умереть от одного обморожения-то? Тем более, что там обморожение-то даже не наступило. Так, ну-ка иди сюда. Ну я понял, он не такой уж ты и сильный. Просто надо получше уворачиваться чуть-чуть. И держаться где-то сбоку от него, как я понимаю. Не спереди, не сзади, а именно сбоку. Ага, хорошо. Раз волк. Где там еще два волчонка? Их там трое же было. Хорошо. Бляха. Так, допустим. Его щит... Я не могу понять, то ли у него щит пробивается, то ли он начинает открываться после первой блокировки. Ой, нет. Но подожди, я не успел хранителя добить. Псина ты ебаная. Пиздец. Ага, ну конечно, давай еще магию мы сейчас будем колдовать. Так, уйди от меня. Да не туда ты. Сюда. Охуенно. Так, одного придурка стало меньше. Теперь с тобой потанцуем. Ну,
во время ворот сломал, он по мне попадает. Я зачем у ворот это делаю? Дрифтер ебаный. Охереть. А где моя выносливость? А, вот моя выносливость. Ой, не-не-не-не-не, вторая фаза. Так это, подожди, это обморожение получается автоматически получаю? А, это я обморожение уже получил. Допустим, никто не видел. Бляха, ну я же спрятан был за этой хуйней. Я же специально тут прятался. Я не могу ничего с ним сделать. Я ничего не могу с этим. Так, давай последнюю попытку на сегодня. Он мне не дается. Вот прям реально ни в какую. Я даже не уверен, что мне огонь, если честно, поможет. Ну давай, зови своих волков. Ну что за читерские волки-то? Братишка, пойдем вовнутрь с тобой зайдем. Там как-то с тобой проще сражаться. На случай появления волка. Так, и мои души заодно. Давай, иди сюда. Кстати, эта сабля, по-моему, меньше выносливости расходует. Пиздец. Ну нет, ну серьезно, ну уже что ли? Знаете, два босса подряд, я еще согласен был.
Но два босса, блять, одновременно? Это уже перебор. Это ни в какие ворота, братцы. А как мне тут найти хоть какой-то тайминг, блядь, чтобы подлечиться, просто выпить бутылку, блядь? Бесит меня, дебил. Где это твой? Куда он делся, я не понял. Да не ты. Я не могу сшить, боже. Так, знаешь что? Меняем стратегию. У меня осталось всего два эскуса. Это очень плохо, это раз. А второе, пошли-ка мы с тобой в чисто поле повоюем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, не-не-не. А у меня нечего пить. У меня нечего пить, серьезно. Пизду. Продолжим в следующей серии. Если интересненько, то обязательно подписывайся. Жду тебя в комментариях. Ставь лайк, если понравилось. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман. И до новых игр.